В ефірі прес-центр, я Олена Андрющенко, вітаю. Сьогодні поговоримо про ротавірусну інфекцію, лікування та профілактику. І у нас у гостях наш постійний спікер Олена Агафонова, кандидат медичних наук, лікар-гастроентеролог вищої категорії. Вітаю, пані Олено. Добрий день. Тож, давайте розповімо телеглядачам, що ж таке ротавірусна інфекція. Ротавірусна інфекція зараз в последние годы становится необычайно популярной, и если у ребенка возникает диарея, то есть понос, рвота, повышение температуры, родители сразу же интересуются, не ротавирусная ли это инфекция, и делают тест. У нас есть диагностические тесты, которые позволяют очень быстро и точно установить такой диагноз. Но нужно помнить о том, что понос у ребенка, рвота, повышение температуры – это не только ротавирусная инфекция. Существует вообще достаточно большое количество вирусных инфекций. В последнее время самый популярный из них, это кроме ротавируса, это норовирус, с которым уже достаточно хорошо знакомы в странах ближнего зарубежья. Вот в России была большая эпидемия норовирусной инфекции. У нас в этом году появился норовирус. У нас тоже наши лаборатории начали тестирование и на этот вирус. А все эти инфекции кишечные, они вирусные, поэтому они имеют сходную симптоматику. Вот сходная она с ротавирусной, которые, в общем-то, родители уже достаточно хорошо знакомы. Я еще раз повторю, что это рвота, это повышение температуры и это понос, диарея. Кроме вирусных инфекций есть еще кишечные бактериальные инфекции. Вот в этом случае мы назначаем антибактериальную терапию, антибиотики, в то время как вирусные диареи, они не требуют лечения какого-то особого медикаментозного. Там самое основное – это диета, это обильное питье. И это время. Ну, конечно, осмотр врача. Вот при бактериальных инфекциях мы обязательно назначаем антибактериальную терапию. К бактериальным инфекциям, хорошо известным или наиболее распространенным, относятся дизентерия или шигеллез. Это сальмонеллез, это палочка, вызванная патогенной кишечной, инфекция, вызванная патогенной кишечной палочкой. Но для того, чтобы определить, это бактериальная инфекция или вирусная, нужна обязательно консультация врача и, возможно, дополнительные методы исследования. Посев кала или тест на вирусную инфекцию. Предварительные такие вот черты или предварительные характеристики, по которым родители могут предположить, это вирусная или бактериальная инфекция. Если вирусная инфекция – это очень жидкий стул, который напоминает больше воду, такой водянистый, без смены цвета, то есть либо желтый, либо коричневый. Для бактериальных инфекций характерна примесь слизи, крови, зелени. Вот если родители видят вот такие примеси в кале, они должны немедленно обратиться к врачу и не пытаться лечиться самостоятельно. Какая особенность в этих вирусных инфекциях, вот, в той самой ротавирусной инфекции? Обильный водянистый стул, который может быть и от 2, 3, 4 и до 20 раз в сутки. И при этом ребенок теряет большое количество жидкости, наступает обезвоживание, и вот именно вот это обезвоживание представляет угрозу здоровью и жизни ребенка. Кроме того, характерна рвота, то есть сначала рвота, потом присоединяется жидкий стул. Повышение температуры может быть, может не быть. Что для ротавирусной инфекции именно характерно? Ну, хотя и для всех других вирусных кишечных инфекций. При поражении тонкого кишечника поражаются ворсинки тонкого кишечника, которые вырабатывают специальный фермент лактазу. Этот фермент переваривает молочный сахар, лактозу. Находится в молоке. Поэтому в этот момент любые молочные продукты или содержащие лактозу продукты, они усиливают вот эту диарею. Мы на это время мы исключаем молочные продукты. Но вот представьте себе теперь, как можно исключить грудное молоко, например, если это ребенок первого года жизни, и
как грудное молоко вот усиливает вот это воздействие ротавирусной инфекции. Но я еще раз хочу повторить, что это вирусные инфекции, которые требуют прежде всего элементов ухода от родителей. Это жидкость, это время, ну и определенные правила для вот того же выпаивания или отпаивания ребенка. Как и все вирусные инфекции, они самоэлиминирующиеся, и вирус из нашего организма будет удален нашей иммунной системы. Дякую. Скажите, будь ласка, яка профилактика цих захворювань? Профилактика, прежде всего, это соблюдение правил гигиены, конечно, это касается всех ротавирусных, норовирусных, астровирусных и бактериальных инфекций. Подъем или пик заболеваемости приходится на осень, это будет сентябрь, пока у нас еще меньше, не такое большое количество вирусных инфекций, но есть зато бактериальные. А вот соблюдение правил гигиены – это первое, то есть это мытье, естественно, и обработка термическая продуктов, которые получает ребенок, это мытье рук, нужно обязательно ребенка приучить к тому, что руки нужно мыть часто, достаточно в течение суток, но обязательно мыть их перед едой. Если, конечно, вдруг в семье есть больной кишечной вирусной инфекцией, его нужно изолировать, он должен иметь отдельную посуду, то есть все гигиенические требования, которые предъявляются к больным с инфекционными заболеваниями. Но есть еще и вакцинация против ротавирусной инфекции. Есть вакцина, вакцина называется Ротарикс. Это вакцина оральная, поэтому родители боятся ее в меньшей степени. У нас есть такие какие-то определенные предрассудки, что если это вакцина, которую ребенок выпьет, то это не приведет к таким последствиям, как инъекционные вакцины, хотя они все безвредны. Так вот, вакцинация вакциной Ротарикс должна проводиться детям до 6-месячного возраста двукратно. И вакцина, да, она не постоянна, как и все другие вакцины, но тем не менее она достаточно часто есть у нас в городе, к сожалению, в большинстве в приватных клиниках. Скажіть, будь ласка, а в чому небезпечність ротавірусних інфекцій? Чи можуть бути якісь ускладнення? Прежде всего, опасность – это, конечно, в обезвоживании организма, потому что, теряя воду, вода – это основа жизни организма, и обезвоживание может привести к очень нежелательным осложнениям. Самые частые из них – это судорожный синдром, это могут быть судороги. Но очень часто ротавирусная инфекция сопровождается нарушением обмена углеводов и так называемым ацетонемическим синдромом, синдром ацетонемической рвоты. Хотя ацетонемическая рвота, она может встречаться и по ряду других причин. У детей, у которых есть к этому предрасположенность, ротавирусная инфекция очень часто сопровождается ацетонемическим синдромом. Это одно из, я не могу сказать, что это осложнение, я думаю, что скорее как проявление вот этой ротавирусной инфекции. И здесь не нужно родителям бояться, потому что у нас тоже такие понятия, как ацетон, это тоже все знают родители. Очень часто это почему-то такое словосочетание есть «отравился и появился ацетон». Появление ацетона не всегда связано, вообще не связано с отравлением, потому что отравление – это редкая все-таки патология. Ацетонемический синдром встречается у детей часто. Это связано с тем, что для энергии мы используем углеводы, расщепляем углеводы, и когда заканчивается запас углеводов, у нас начинают расщепляться жиры, использоваться для пополнения наших энергетических запасов. Это, собственно, то, о чем мечтают взрослые, особенно женщины, чтобы быстрее начал, наконец, расщепляться жир. Но у детей это происходит гораздо быстрее, к сожалению, из-за того, что есть особенности у них выработки ферментов, жиры расщепляются не полностью, расщепляются до кетоновых тел, и вот эти кетоновые тела, накапливаясь в крови, это и есть вот этот ацетон.
Поэтому это родители знают, но они также должны знать, что вот исходя из того, что я сказала, что это недостаток или это использование уже всех запасов углеводов, глюкозы, нужно ребенка прежде всего напоить сладкими растворами, то есть дать ему сахар, иногда даже дать ему, может быть, конфету, сладкий чай, яблочный отвар, а уже потом все другие жидкості для отпаювання. Наші земляки досить часто відправляються на відпочинок у теплі країни, такі як Турція і Єгипет. Скажіть, будь ласка, чи можна з тих країн привезти якусь інфекцію, яка не типова для України? Теперь инфекцию, которая вообще не типична для Украины, наверное, привезти нельзя, потому что нам уже привозили все, что можно, мы уже знаем и ожидаем, даже еще могут вернуться с отдыха наши дети. Я хочу сказать, что первые сюрпризы могут подстерегать уже непосредственно в Египте или в Турции, потому что достаточно большое количество наших пациентов, уезжая на отдых в Турцию и Египет, звонят оттуда, что вот рвота, ацетон, диарея. Сейчас есть такие каналы связи, как Viber, достаточно можно с доктором соединиться легко. И сейчас, в прошлом году, позапрошлым летом, этим летом в меньшей степени, но, наверное, будем ожидать мы еще и инфекцию, которая вызвана вирусом Коксаки. Чаще всего ее привозят отдыхающие из Турции. Проявляется она, опять же, повышением температуры, это может быть разжиженный стул, но обращают на себя внимание высыпания, которые появляются на конечностях, на ногах, на руках и во рту, вот в виде стоматита. Это заболевание, вызванное вирусом Коксаки, так и называется рука, нога, рот. Здесь в чем проблема? В том, что стоматит, который возникает у ребенка, он мешает ему достаточно пить много, и, естественно, ему трудно есть. И, кроме того, высыпания, которые появляются в полости рта, там может присоединяться еще грибковая или бактериальная флора, то есть стоматит, который требует лечения. Это дети раннего возраста. У взрослых или у детей школьного возраста это заболевание проходит достаточно легко, с такими незначительными высыпаниями, которые быстро исчезают. Это опять же вирусная инфекция, которая пройдет самостоятельно, нужно лечить только вот если вдруг будет вот этот осложнившийся стоматит. Скажіть, будь ласка, чи можна отруїтися ранніми фруктами там, чи якимись овочами, що містять нітрати? Ну, знаете, я считаю, что это вообще на совести производителя, есть там нитраты или нет. Конечно, если в овощах или фруктах, это чаще всего это количество большого нитрата связывается с арбузами. Почему? Ну, зараз сезон у нас распочался. Да, сейчас сезон, но можно, иногда говорят, что отравились нитратами, хотя это не отравление, это просто переедание. Если, например, маленький ребенок съест очень большое количество арбуза или каких-то фруктов, вот, кстати, очень часто и черешни, это не связано ни с нитратами, ни с немытыми черешнями, просто черешни, которые содержат большое количество клетчатки, они замедляют перистальтику желудочно-кишечного тракта и застаивая в желудочно-кишечном тракте, плохо переваривается, они приводят к тому, что возникает рвота. Считают, что это отравление, да не отравление, это просто большое количество фруктов. Поэтому нитраты, отравление нитратами, может быть, я не исключаю такое, но, опять же, есть методы диагностики, если у ребенка появилась обильная рвота, и родители считают, что это может быть связано с арбузом, с нитратами, они могут обратиться и должны обратиться в больницу, где поставят диагноз и определят, было ли отравление нитратами. Дякую вам, пані Олено. Я маю закінчувати, адже ефірний час майже вичерпано. Це було дуже цікаво почути корисну інформацію про те, як захистити себе від ротавірусних інфекцій. Ну, а телеглядачам бажаю гарного дня та міцного здоров'я. У студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.